Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, и сегодня у нас анбоксинг. Опять быстрый анбоксинг на нашем канале, у нас уже зародилась такая рубрика. Мне присылают различные ништячки, могут подписчики, могут разработчики, неважно кто. Мы открываем и смотрим, что же там внутри. И, в общем-то, делаем первое впечатление. Сегодня у нас Heavy Metal Machines. В общем-то, все вы знаете эту игрушку, это моба-игра, она фри-ту-плейная, есть в Steam. Это такие бои с автомобилями. Игровой процесс изворачивается в постапокалипсисе, я делал обзор. Если вы хотите посмотреть, то пишите в Ютубе Lego Play Heavy Metal Machines. Ну что, в общем-то, достаточно там интересная стилистика. Вышла где-то, по-моему, 19 сентября, если я не ошибаюсь. Ну, и я записал один ролик и, в общем-то, больше в нее не играл. А теперь у нас появилась коробочка, которую мы прямо сейчас с вами откроем и посмотрим, что же там внутри. Итак, поехали открывать. Оп! Открыли, и тут у нас прикольные ништячки, пацаны. Смотрите, как классно все здесь у нас находится. Самое интересное, что это какой-то пузырь. Так, давайте я буду доставать сейчас аккуратно. Heavy Metal Machine. С радостью предлагаем вам Steam ключи от зубодробительной и зажигательной гоночной моба компании. Hoplon Heavy Metal Machine. Hoplon. Так, впервые появившись в сервисе Steam в январе 2017-го, не отгонюсь, 2017-го. Ага. Так, что тут? 810 тысяч скачиваний в брошюрке, прикиньте. 810 тысяч скачиваний в брошюрке. И что у нас тут еще? Мы надеемся, что и ваша статистика машин блеснет невероятными цифрами. 600 килограмм съеденных закусок, 4000 килограмм пройденных по коридорам в процессе. 23 426 613 спившихся машин. Нормальная такая пасхалка, ребята. Дальше что? У нас идет... Ух ты! Это мы напоследок, ребята. Это мы напоследок. И все, да? То есть никаких значков. Блин, мне нравятся такие ящики, ребята. Да, больше ничего нету. Мне нравятся, ребята, такие ящики. Сейчас посмотрим на офигевшую футболочку черного цвета. Ну, конечно же, в каком еще цвете может быть футболка от Heavy Metal Machine? Черная. Ну-ка, сейчас посмотрим. Размер это L-ка. И, блин, ну как я на себя надену L-ку? У меня XL, если что, ребят, запоминайте. Я ее отдам Лили тогда. Или кому-нибудь еще. И самое интересное это... Смотрите, какая бутылка. Heavy Metal Machine. Гравировочка. Нифига себе. Акцизна даже есть, прикиньте. Обалдеть, а что это такое? Это кашаса, ребята, кашаса. Состав: дистилляторы сахарного тростника, сахар, вода, хранить в вентилируемых, не имеющих постороннего запаха помещениях. Прикиньте, кашаса. Что такое кашаса? Ну-ка, давайте посмотрим, что такое кашаса. Дозатор есть? Дозатора нету. Хо-хо-хо-хо. Ёкерный бабай. Вот это кашаса. Это больше похоже на чача. Так. Ну вот как-то вот так вот, ребята. Кашаса, футболочка. И, в общем-то, по идее, в коробке, как говорится, все. С вами был Легас. Не забывайте подписываться на канал. Если вы хотите видеть какие-то анбоксинги на нашем канале, присылайте коробки, пишите ВКонтакте. Все ссылки под описанием. Всем пока-пока.